Телефонные мошенники выманили у жителей Красноярского края больше миллиарда рублей. Такой годовой статистикой поделились в краевой полиции. Если думаете, что вы это точно не попадетесь, то зря. Наш Красноярский край в целом по России по регистрации занимает 11 место по количеству совершаемых преступлений данного вида. 11 место, а на территории Сибирского федерального округа у нас наибольшая регистрация данного вида преступлений. Раскрыть удается не более четверти из этих преступлений, рассказали в полиции. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы. Становятся изощреннее, изучают психологию людей и прописывают алгоритмы общения в зависимости от поведения клиентов. Преступники выясняют имена, фамилии, номера телефонов людей в интернете, например, на сайтах торговых площадок. А затем под разными предлогами заставляют людей переводить им деньги. Иногда якобы для защиты от воровства, иногда под видом помощи в получении кредитов или для инвестирования и легкого заработка. Реальные представители банка или полиции никогда не просят переводить средства на якобы безопасные счета или сообщать по телефону данные банковские.